Детский ясли-сад на 120 мест в селе Усть-Ильма будет достроен к концу октября. Об этом Сергею Гапликову сообщил генеральный директор компании «Лукойл Коми» Александр Лейфрид. Напомним, строительство объекта должно было завершиться еще в июле 2016-го. С 1 февраля этого года работы были вовсе приостановлены. 15 мая администрация района расторгла контракт с подрядчиком. В отношении строительной компании возбуждено уголовное дело. В ходе рабочей поездки в Усть-Ильмский район глава Коми поручил республиканским Минстрою и Миноборнауки принять все меры для скорейшего завершения строительства объекта. К решению вопроса подключились нефтяники. «Лукойл Коми» выделил на завершение строительства 27 миллионов рублей. Сейчас завершаются внутренние работы и обшивка фасадов. Выполнена замена дренажной системы, подключено отопление. При финансовой поддержке компании также был отремонтирован и укреплен размытый участок дороги на подъезде к селу Хабариха. Та динамика, с которой все это было воспринято к производству, к выполнению, ну, действительно, это просто самые, что называется, лучшие демонстрации наших взаимных усилий по нормализации жизни в отдельных территориях, особенно в удаленных. Поэтому я с огромным уважением отношусь к тому, что делает компания на территории региона, и те вопросы, которые возникают, насколько я знаю, вы очень оперативно принимаете к решению. Еще раз огромное спасибо, и надеюсь, что и в перспективе мы так и будем с вами продолжать работать. Отметим, средства нефтяники выделили в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством республики и компанией.